О происшествиях. Выходные в Курске не обошлись без крупных аварий. Одна из таких произошла утром 9 сентября на 24-м километре автодороги Дьяконово-Суджа на мосту. Там столкнулись КАМАЗ с прицепом, перевозивший свеклу, и легковушка-иномарка. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель КАМАЗа. Сначала большегруз наехал на бордюр, затем машину отбросило на встречку, где она задела иномарку. После этого столкновения КАМАЗ проломил боковые ограждения и слетел вниз с моста. Все остались живы, водитель автомобиля с урожаем получил многочисленные травмы. Сейчас он в больнице.